Подарок пассажирам. В честь 350-летия вхождения Бурятии в состав России, юбилей Иркутска, запущен новый маршрут – Северобайкальск-Иркутск-Улан-Удэ. Его протяженность больше 2000 километров. С этой новостью открыл пресс-конференцию начальник филиала федеральной пассажирской компании Дмитрий Жарий. Поезд будет ходить круглый год по нечетным числам. Новое событие у нас. С 29 мая поезд 71-72, который курсировал сообщением Северобайкальск-Иркутск, будет курсировать на постоянной основе до Улан-Удэ. Это было сделано по многочисленным обращениям пассажиров. В наш адрес поступало очень много просьб о беспересадочном движении до Улан-Удэ из региона Бама. Тем, кто собирается на юг, стоит подумать о поездке в июне и августе. Тогда билеты дешевле на 20%. Если взять место на верхней полке, на 30%. Из-за повышенного спроса на поезда южного направления увеличено количество прицепных вагонов из Улан-Удэ в Анапу и Адлер. А также будут организованы беспересадочные вагоны из Иркутска до Варшавы, Пекина и Улан-Батора. Для детских групп, которые поедут на юг, готовы специализированные вагоны, оснащенные биотуалетами, которые будут работать и во время стоянок. Из Иркутска и обратно за лето планируется перевести на поездах дальнего следования больше 1 000 000 пассажиров. Уже подготовлено 660 вагонов и больше 2000 проводников. Изменения в графике движения поездов традиционно вступят в силу 29 мая в полночь по московскому времени. Екатерина Семенова, Александр Мокин, новости сейчас.